Главная задача субботника любого уровня, районного, областного или республиканского – наведение порядка на земле. В Хойниках своеобразным центром проведения субботника стал городской парк. Он был заложен еще в конце 19 века. В 2010-м во время подготовки к Дню белорусской письменности аварийные деревья спилили. Но некоторое более чем столетнее насаждение здесь можно увидеть и сейчас. Заместитель главы администрации президента Владимир Живняк на свою малую родину приехал вместе с помощником президента, инспектором по Гомельской области Юрием Шулейко и заместителем председателя Гомельского облсполкома Владимиром Приваловым. На своей малой родине он бывает достаточно часто и всегда с удовольствием принимает участие в проводимых здесь мероприятиях, в том числе субботниках. С трепетом и радостью еду на малую родину, скажу вам честно. В этом году мне так посчастливилось, что уже третий раз я приезжаю на малую родину, второй субботник. И я скажу, что это очень здорово. Во-первых, понимая о том, что здесь родился и вырос. Множество трудовых десантов занимались сегодня благоустройством Гомеля. Один из них работал на озерах по улице Петрусябровки. В его составе представители областной и городской власти, а также министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Вместе они высадили саженцы ивы вокруг одного из озер, а потом украсили молодыми елями новое место отдыха для жителей и гостей города – парк семейных деревьев. Слаженной работе способствовала хорошая погода. Город Гомель – любимый город. Город, родина, малая родина. Сегодня все члены правительства, высшее руководство страны разъехались по своим уголкам, где они родились, для того, чтобы внести свой вклад в развитие нашей страны, благоустроенность, повышение уровня благоустроенности. И самое главное, это сегодня озеленение. И вот, если вы видите, мы в этом прекрасном месте, в семейном парке, где гомельчане приложили свою руку, в том числе с руководством города, с руководством области, внесли свою лепту. Я сюда с большим удовольствием в этот день прихожу, вот своими сотрудниками сажу деревья. Не потому, что это вот, ну так, положено. На самом деле это очень увлекательно. И главное, это очень полезно и красиво. Поэтому то, что мы, вот этот почин, который есть у нас уже, ну еще и наши родители это все начинание затевали. И оно сегодня продолжается и активно участвует в этом горожане. Ну, на мой взгляд, это и здорово, и очень дорогого стоит. Потому что посмотрите, сколько людей сегодня вышло. Я очень благодарен им. Последние штрихи к природной красоте добавили в Гомельском парке. На всей его территории работало около 40 команд. В этом году музей дворцово-паркового ансамбля отпразднует столетний юбилей, поэтому каждый старался привнести немного своей заботы, чтобы любимый уголок Гомельщины, его туристический бриллиант, засиял еще ярче. Убрать клумбы, на которых вот-вот расцветут тюльпаны, взялись депутаты. Что касается парка, то сегодня здесь более 200 человек работает на всех территориях. Каждый носит свою лепту именно в жемчужину нашего города, визитную карточку нашего города. Все люди, которые здесь когда-то побывали, всегда хотят сюда вернуться. В Гомельской области в республиканском субботнике приняло участие около 435 тысяч человек. По предварительной информации, фонд субботника будет перечислен 1 310 000 рублей. Эти средства будут направлены на проведение работ по сохранению историко-культурных ценностей, приведение в порядок летних оздоровительных лагерей и благоустройство населенных пунктов. Марина Джала, Алексей Тюров, Игорь Мариченко, Евгений Макеенко. Новости недели.